Всем привет! Меня зовут Кира Лобанова. Меня Дина Агудова. И у нас своя студия капсульного дизайна интерьера. Это готовый интерьер под ключ, который включает в себя все аспекты, начиная с проектирования и заканчивая комплектацией. У нас возникла задача и массового развития нашего продукта. Мы запускаем его вот уже весной. И с этой задачей пришли на коучинг к Станиславу Орехову. Мы до этого посмотрели многих коучей и рекламщиков, таргетологов, в общем, много вопросов было, и брали до этого обучение, поэтому, просмотрев сайт и побывав на многих мероприятиях, мы решили прийти на личную стратегическую сессию, чтобы разобрать именно свои вопросы. Потому что в процессе в этих двух лет мы поняли, что нам групповое, какая-то групповая сессия, какое-то групповое обучение не подходит, и мы именно пришли на стратегическую сессию. Личную. Очень понравилась включенность Станислава, что с первых минут это было полное погружение, это были ответы на все вопросы, это была хорошая помощь, поддержка. Раскрытие тем, которые нам необходимы, и выявление слепых зон, которые мы, будучи варясь внутри проекта, не видим. А взгляд со стороны, именно для этого нужен коучинг с нашего взгляда, позволяет увидеть слепые зоны. Мне очень понравился подход, что касательно креатива, рекламы, таргета, потому что я общалась со многими маркетологами, которые не смогли мне дать ответа, и мы пробовали уже много раз запускать и рекламу, и лиды, и разные делали лендинги, но, тем не менее, все время проваливались в этом вопросе, и Станислав именно сказал, почему, да, то есть где могут быть пробелы, куда нужно смотреть, и как бы дал цепочку, с чего начинаем, на что смотрим в середине и что должно быть в конце. Если задуманного конца не происходит, тогда мы смотрим вот сюда. В целом очень понравилось, было очень полезно. Будем рекомендовать своим коллегам, друзьям, всем, кому необходима помощь со стороны, взгляд со стороны. Обязательно придем снова за новые консультации, потому что хотим развивать свой продукт. Да, скоро наш продукт выходит на рынок. Вот, и обязательно будем еще приходить. Подробнее о нас вы можете узнать ниже по ссылочке. У нас на сайте capsuledesign.ru или в Instagram dkcapsuledesign.